Друзья, всем привет, с вами канал «Живая русская баня», меня зовут Владимир Ефремов, и мы в бане на прокачку. Вот ту баню, которую мы переделываем, та баня, которая была сауной, а становится баней. И сейчас самый приятный момент работы, это когда начало пахнуть уже деревом. Пахнуть деревом, пахнуть тунговым маслом. Вот ушли от этих вот бетонных работ, от этих клеев, от этого кафеля, вот вообще терпеть, если честно, это не люблю. А вот дерево, это прям вот вообще кайф. Видите, да, уже сделана полностью везде вся обрешетка для чистовой отделки. Как уже говорил в предыдущем видео, утеплялись мы по самим стенам, а они были достаточно такие кривые. И для того, чтобы нам ровно выгнать контрбрусок, мы от стены здесь еще отступали. Здесь вот прослойка у нас есть, где-то она меньше, где-то больше, где-то совсем маленькая вот на этих сторонах, но... Ну, здесь вот даже палец, в принципе, не лезет. И начали уже обшивку самой чистовой доской. Как я вам уже говорил в предыдущих видео, мы запускаем доску в разнобой с корой и без коры, для того, чтобы здесь прям выделить такие две полосы, чтобы красиво было. Во-первых, мы по всей бане пропустили брус. Брус 60 на 100, это тоже липовый брус, он тоже покрыт тунговым маслом, только мы его колеровали. А вот эта вот доска, она просто покрыта тунговым маслом. Вот здесь вот светлый цвет липы, липа она прям такая беленькая-беленькая. И вот уже обработанная тунговым маслом. Видите, тунговое масло дает такую золотизну немножко. Вот, беленькая, а вот с тунговым маслом. Надеюсь, на камеру вам это видно будет. В общем, смотрите, вот в этих местах, видите, она у нас идет с корой. И здесь также второй ряд, вот я досточку выбирал. Второй ряд опять же будет перекрываться, вот эти вот места перекрываться, опять же липой с корой. Она у нас будет здесь как бы такая двухцветная. Один слой светлый, ну, будет покрыта тунговым маслом. Вот видите, здесь вот не покрытая, она такая еще белесенькая. Здесь прям такая золота. Прям мне вообще очень нравится. Знаете, что цвет напоминает? Когда запекаешь тыкву, вот такой же приятный, прям такой золотистый какой-то цвет получается. Здесь вот, в общем, она вот в этих вот двух нишах крайних, она будет с корой. А вот в этой вот нише и также по потолку она будет идти без коры. Кора снята. Она и первый ряд без коры, и второй ряд вот так вот пойдет тоже без коры. Липу сразу же мы на производстве, у нас же люди, когда заказывают, ее заказывают определенной длины. Здесь мы тоже сразу же нарезали определенную длину вот между вот этими вот стойками. Нам приходится ее подрезать буквально, не знаю, там на... сантиметр на 2 сантиметра. Ну вот заказывали сразу же по длину, чтобы прям как можно меньше обрези было. Вот здесь по торцам только немножко обрези получается. И вот эти вот балки у нас также запущены. В углах стоят, около окна, по потолку проходят. С противоположных сторон по потолку проходят. А вот в этом месте сразу так не планировали, но получилось, мне кажется, просто шикарно. Смотрите, вот здесь вот они... широкой стороной вот на этой стене идут балки. А здесь, чтобы вот с этой вот верхней балкой они сошлись, нам его надо было ставить сюда узкой стороной. И это место у нас так получилось, что оно у нас выделилось прямо под саму печку. Офигенно будет, да? Вот здесь вот сейчас заштукатурили, старую плитку убрали, здесь под камушек какая-то плитка была, но снизу уже побитая, а еще такой плитки не было, поэтому ту плитку сбили, и заказчик привез... другую плитку. Вот здесь вот, ну вот здесь, вот так вот на фоне липы, удобнее будет показать. Вот здесь вот будет стоять печка, услада 20-я, стена из липы, и светлая, здесь без коры липа будет, там тоже без коры липа будет. И здесь вот так вот кафелем будет вот это вот место выложено. Мне кажется, будет шикарно просто смотреться. Вот эти вот места мы, конечно, обойдем минеритом. Вот эти вот торцы обязательно с минеритом сделаем. Но все равно вот эти вот балки, они как-то... как такую нишу, что ли, создали для печи. И в это место классно так печь станет. С дымоходом. Причем с дымоходом прямым. Сразу же наверх вот так вот дымоход пойдет.
Пол, кстати, жалко, я сегодня не взял пирометр. Пол уже проверили, пол мы уже включили, и пол греет офигенно. Всем, кто говорил, что пол в массе бетона не будет греть, потому что теплый кабель был заложен достаточно глубоко, офигенно греет. Я в следующий раз приеду с пирометром вам покажу, прям как он здесь держит температуру. Здесь, если честно, сейчас жарко. Мы даже его отключили, потому что когда проверяли, он двое или трое суток работал, и здесь реально жарко уже стало. Так что с полом все классно. Еще такой момент. Я без Тёмы, без оператора снимаю. У нас сейчас оператора нету. Пацаны, кто здесь работают, они же меня сейчас и снимают. Так что, если косяки какие-то будут, съемки, не обращайте внимания. Ну, все-таки они не камеры обычно в руках держат, а инструмент. И мне сейчас, кстати, нужен оператор. Тёма для начала уехал домой, ему там документы переделать надо, а потом уедет в Москву. В Москве будет работать, но это будет отдельная история. Потом я вам расскажу, когда он там уже начнет работать, потому что вы его тоже будете периодически видеть. И мне сейчас нужен оператор, который бы везде ездил со мной. Если среди вас есть оператор или знакомый оператор, который бы со мной работал, дайте ему мой контакт. Но работать со мной — это значит по всем баням, везде париться с камерой, на рыбалку со мной, в командировке со мной, на банифесты, на открытие выставок, вообще везде со мной. И везде камеру в руках держать. Так, что я сюда перешел? Мы сделали закладные для полков. Там одна закладная, дальше вторая закладная, потому что толщина стены достаточно большая получается. Как будем делать дальше, я тоже подробно все покажу. Здесь еще, вот в этом месте наглядно пока видно будет. Вот здесь вот уже пошел первый ряд липы, а за ним идет закладная. Так вот, здесь будет еще вставка из доски лиственницы, чтобы у нас полок в том месте, где он подходит к стене, подходил не к липе, а подходил к лиственнице. И чтобы этот элемент был съемный. Все-таки полок в ванне страдает больше всего. Поэтому вот эти вот места, кроме закладных, там еще делаются вставки. Ну, мы делаем вставку. Дальше это, в общем, все увидите. В общем, закладные у нас, так как вот здесь вот будет основной полок, закладные у нас с этой стороны, с противоположной стороны. Здесь полок будет парящий. У него не будет опор на пол. Он будет крепиться только к самим стенам. А вот в этом вот месте... Вот, Фон, перейди туда. А вот в этом вот месте будет второй дополнительный полок. И здесь также сделали закладную. Здесь вот еще одна закладная стоит. Вот, ребят, вот таким вот образом у нас продолжаются работы. Что вам еще показать? Ну вот гофру еще могу металлическую показать. Это мы провода уже сюда завели и металлическую гофру поставили. Она будет идти за обшивкой самой. Ну, за чистовой вот этой вот обшивкой. Там будет закреплена. Установили окошко. Вид из окошка вообще просто шикарнейший. Почему окошко здесь ставили, я тоже уже объяснял. Чтобы удобно даже открывать было. Вот смотрите, я здесь встал, наверное, метр от стены. Вот от этой. Здесь будет широченный полок, чтобы можно было удобно открыть и сделать залповое проветривание. Окно деревянное установлено. Там два стекла и сама рама, она тоже здесь липовая. Ну все, наверное, пока на этом этапе я вам все показал. А, кстати, еще пришел, сейчас я сюда принесу, подождите меня. Начал рассказывать и не рассказал полностью, чем мы обрабатываем. Вообще, для чего обрабатывать парное помещение? Я считаю, что парное помещение нужно обрабатывать для двух вещей. Первое, это для того, чтобы доска меньше моралась. Второе, для того, чтобы придать какой-то декор самому парному помещению. Если говорят, что о чем обработать, чтобы грибка не было, чтобы не плесневело, чтобы гнили какой-то не было. Да ничем вы от этого не обработаете. Там, где есть влага, где есть тепло, там все равно будет плесневеть и гнить. Поэтому парное помещение нужно сушить, для того, чтобы там ничего не было.
Никакая пропитка от этого точно не поможет. Так что заморочитесь тем, чтобы у вас парное помещение просыхало, а не думали, чем бы обработать, либо убить какой-то грибок. Вот для этого парного помещения у нас вот сейчас на чистовую длина получилась 2,50 вот этот вот длинный полог, 2,15 будет второй полог. Парное помещение получается 2,50 на 2,15, и высота у нас здесь получится, по-моему, 2,20 или 2,25. Так вот, для этого всего парного помещения нам потребовалось две банки тунгового масла. Одна банка 2,7 литра, вторая банка 0,9 литра. Ну, по расчетам вот этого должно хватить. Потом скажу, хватит или не хватит, но вообще по расчетам вот этого вот должно хватить. Дальше будем обрабатывать все тунговым маслом, доделывать само дерево. Полки обязательно покажу, когда полки сделаем, как мы их будем делать. Ну и следующий этап после кафеля. Кафель вообще сегодня планировали, но не знаю, пацаны, успеют, не успеют сегодня. Будем устанавливать печь и дымоход. Так что встретимся в следующих сериях. И я уже везде, в принципе, сообщения раскидал. Не знаю, вдруг кто-то не видел. Мы сейчас будем искать, уже начали искать, уже пришло 5 заявок. Вторую баню на прокачку. Но объект должен быть обязательно в Челябинске, потому что в другие города ни пацаны не поедут на монтаж, ни я не поеду туда где-то далеко снимать. Объект должен быть обязательно в Челябинске. Так что если вам нужно прокачать баню, снимите 3-минутное видео в горизонтальном формате телефона. Это не так вот, а вот так вот. Обзор своей бани. И скиньте мне на почту. Моя почта будет внизу под этим видео. Приеду к вам, наверное, потом проеду по всем объектам, поснимаю полностью все объекты, которые люди скинули. И вы, зрители, выберите, какую баню нам переделать. Ну, чтобы было максимально интересно. Там, кстати, сейчас уже есть баня-бочка, баня из газоблока. По-моему, какая-то большая баня из, по-моему, из клееного бруса. В общем, пришло уже 5 заявок, так что жду ваших заявок. Будем выбирать самую интересную баню вместе с вами и ее дальше прокачивать. Палец вверх и всем пока!